Крупный пожар случился сегодня на Барнаульском шинном заводе. Загорелась грядирня, башня для охлаждения воды. Сообщение о возгорании в МЧС поступило в полдень. Пожарные тут же выехали к месту ЧП. Потушить огонь им удалось быстро, всего за 16 минут, но при этом успело выгореть больше 100 квадратных метров. От пожара серьезно пострадала башня для охлаждения воды, обгорела обшивка стен. По предварительной информации, причина ЧП – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Добавим, это уже третий крупный пожар за сутки. Минувшей ночью в Бийске частично выгорел склад стройматериалов, а в Новоалтайске – котельная. По предварительным данным, возгорания случились из-за короткого замыкания. К счастью, ни на одном из трех пожаров никто не пострадал.